То есть у вас три мнения, да? Мнение Путина, мнение Жириновского и мнение Хабаровчан. Вот что для вас, какое из этих мнений будет главным, превалирующим? Мнение Путина, мнение Жириновского и мнение Хабаровчан. А мнение всех этих трех субъектов не отличаются ни по одному вопросу. Не отличаются. Хоть любой возьмите, назовите вот пальцем в небо, я вам скажу, что они абсолютно идентичны.